36 саженцев голубых елей станут настоящим украшением парка около Покровской церкви города Черкесска. Их высадили сотрудники полиции и мэрии города Черкесска в рамках акции «Сад памяти». Подробности у Алии Баташева. Вдоль аллеи Покровского парка готовые к посадке саженцы голубых елей. Сотрудник полиции Валерия Соловьева одна из первых посадила дерево. Как и большинство участников акции, она уверена, что скромный вклад в заботу о природе и украшение родного города даст прекрасные результаты. Чем больше деревьев, тем зеленее парк, тем красивее. Будет приятнее гулять здесь, знать, что эти деревья посадили мы. Еще планируете, если будут акции, принимать? Да, с большим удовольствием приму участие в подобной акции еще раз. Высадка деревьев, она, конечно, в целом символизирует то отношение, еще раз говорю, к республике, к родине в целом. То есть показывает то, что мы все вместе стремимся к более хорошей и красивой жизни. Акция «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии приобретает все больше сторонников, говорят организаторы акции. Изначальный посыл был импульс, так сказать, от меня и моей организации. И вот подключилась МВД, значит, несколько посадок деревьев с ними уже осуществили в парке РТИ, на улице Космонавтов. И вот это одна из следующих акций, и она такая вот самая масштабная, скажем так. То есть достаточно много, 36 елок. Инициативная группа во главе с Сергеем Стрельниковым обратилась к нам, чтобы мы им присмотрели такое более-менее такое красивое место. Мы проехались по паркам и решили, что в Покровском парке нет елок, и решили, что в Покровском парке будут елки у нас теперь расти. Саженцы прекрасно адаптированы к местным природным условиям. Семена взяты из шишек голубых елей, которые росли у мэрии республиканской столицы. Деревья будут высокими и красивыми, уверены организаторы акции. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия.